Всем привет, с вами Тед, и сегодня наша серия уже на трех базовых алынах. Именно три базы, именно алын, то есть мы не перестраиваем сейчас кучу баз, мы будем именно атаковать с трех баз, мы не будем играть в макро. Три базы это не макро, три базы это трехбазовая экономика. Макроигра это когда мы начинаем занимать четвертые и пятые базы, чтобы из них начать выкачивать ресурсы и размениваться с соперником. Но сейчас мы учимся именно постановке трех баз, наполнению трех баз и производству с трех баз. Вот это основные скиллы, которые вы должны будете подтянуть в сегодняшней серии. Вот. И поехали. Открываемся мы стандартно, все как обычно. 17-18-17. Вот, 17-я хата, 18-й газ, 17-й пул. И к вам, естественно, вопросик. Какой ваш любимый юнит за зерга? Мой гидролиск. Вот, очень интересно узнать, какой ваш юнит самый любимый. Пишите в комменты. Вот, поехали. Поехали. Ставим вторая хата, наполняем ее. Заказываем 4 линга для безопасности. 2 квины, все как обычно. 4 линга могут помочь занять третью базу. Занимаем ее в 2.30. Ну, если не получилось, то чуть-чуть позже вот так вот. Здесь я заказываю, смотрите, такую вот штуку. То есть, если вы просто не уверены, что делает ваш соперник, что вам нужно делать, вы можете заказать скорость овера вместе с квиной и, соответственно, разведать. То есть, вот такая вот опция у вас всегда есть. Потому что, если соперник не ставит вторую базу, нужно чуть-чуть побезопаснее сыграть. Тем не менее, это не обязательно, и, как я говорил, ваша основная задача все равно остается производство. Вы можете забивать, в принципе, проигрывать соперникам. Лучше проиграть несколько раз, чем не натренировать нужный скилл. Вот, поэтому здесь я сейчас, скорее всего, забью, поставлю 7 тараканчиков, пару квин лишних, докажу 16 лингов. И, в принципе, начинаю строиться. Да, вот он делает дроп торов. Таким образом мы защитились при постановке трех баз. То есть я перестал строить рабочих в момент, когда увидел, что у него нету второй базы, и начал строить просто юнитов. В итоге юнитов у нас в несколько раз больше, мы приходим, как-то размениваемся, прогоняем его. И вот с момента, как мы прогнали, мы продолжаем задрониться. То есть, в принципе, мы убили его пуш. Начинаем просто-напросто делать дроны, оверы, наполнять три базы. И это, собственно, основная задача. Наполнить три базы как можно быстрее. Наполнить газов сколько нужно. Сделать четвертую хату. Заметьте, где я ее делаю, потому что это трехбазовый алын. Нам не нужна четвертая база где-то здесь. Мы не будем пользоваться. Мы будем вот с такой вот экономики продолжать просто-напросто производство. И все. Квин у нас хватает. Сделал я два гидродена и беллинг нес, чтобы сделать все апгрейды. То есть апгрейды на плюс атаку мы не делаем. Просто вот максимся. И посмотрите. Хоть я экономику наполнил поздно, но из-за того, что она очень-очень огромная, все равно до 10 минуты у нас получилось сделать максимальную армию. И мы приходим и начинаем просто взрывать Терана вот этой армией. Ну, он ничего не может поделать, потому что он открылся в слабую экономику, естественно. То есть вот такая вот жесткая судьба, так сказать, этого Терана постигла. Он, конечно, тут что-то сражается, что-то пытается делать. Все это тщетно. Естественно, он проиграет. Давайте, наверное, мы немножко мотанем всю эту историю. Я думаю, идея понятна, суть понятна, что мы тренируем, что мы делаем. И мне хотелось бы вот этот момент, где заказана была скорость овера из-за того, что он делает, отмотать и сделать правильно, как бы, что я хочу, чтобы вы, в принципе, тренировали. То есть, что нужно сделать на этом шаге. Вот, давайте, беру здесь под свой контроль. Как это должно выглядеть? Должно выглядеть вот так вот. Идем, занимаем третью. Вылазит у нас сейчас королевы. Одной сразу делаем крип, одной делаем инъекцию. Заказываем сразу же лейер, заказываем дрончиков. Дрончиков заказали, отправили песиков на разведку. Либо не отправили песиков на разведку, потому что, ну, вам все равно, вы все равно будете алынить при любом раскладе. Вот, теперь откатывается энергия у королев
Мы делаем еще две инъекции. Прокидываем крип. Делаем еще одну королеву. То есть таким образом, чтобы эта королева дошла до этой хаты, когда она достроится, а эта построилась к моменту, когда тоже хата достроилась, и мы продолжим просто делать по 3 инъекции постоянно. И самое главное в начале, естественно, это минеральная экономика, которая прямо сейчас у нас насытится уже. Вот отсюда у нас есть возможность сделать овера, чтобы разведывать. Выходит третья квина. Делаем инъекции. Насыщаем. И с четвертой минуты можно начать добывать газ. То есть поставить 4.20, 4.30 газы. Кинуть крип, не забыть. Именно такой темп тренируем. Два гидродена и Беллинг Нест. Ну, тут на самом деле, что хотите, то и ставьте. Не обязательно именно два гидродена и Беллинг Нест. Вот, насыщаем газы. По газу это такой богатый будет билд. Ждем оверлорда. Вот они сейчас достраиваются. И достраиваем всю минеральную экономику. Раз, два, три, четыре, пять сюда. Раз, два, три, четыре сюда. И шесть сюда. Плюс один. Все, экономика готова. Теперь кто вспомнит, что нам не хватает? Нам не хватает еще производства. То есть мы добавляем 3 квины для инъекции, мы добавляем 2 дрона, это будут 2 хаты у нас. Точнее, там будет 1 хата, там 4 хватит. Или 2, какая разница, построил же уже. Продолжаем тянуть крип. Смотрите, 6-я минута, все у нас. 66 дронов, все как надо. И отсюда мы активно начинаем строить гидролисков. Направляем по квине на новые хаты. Продолжаем тянуть крип. И, в принципе, вот ваша задача на таком уже богатом, дорогом лимите начать макситься и поддерживать производство. То есть следить, чтобы инъекции постоянно кидались, чтобы они не пропускались. Продолжаем оверлордов заказывать по надобности. Вот. Также, чтобы замакситься побыстрее, в принципе, классный вариант достраивать тараканчиков. Тараканчики классно максят армию. То есть вот у нас 7-я минута, в принципе, вроде бы на 100 всего, но сейчас это все исправляется буквально одним-двумя дозаказами. То есть мы делаем огромную толпу тараканочей. Потом всех этих тараканочей превращаем в равагеров. И как бы у нас полнейший замак. На подкрепление, естественно, у нас будут беллинги потом с лингами. Куда-то делся один дрончик. А, он превратился в таракана. Давай поменяем вот так. Точнее, вот в эту штуку превратился. Вот, ну и нам, в принципе, можно легко посчитать, сколько нужно. Нужно 1500 газа на то, чтобы завернуть таракан
тараканов 20 штук. То есть вот сейчас мы ждем свою 1500 газа. Сейчас она накопится. Мы делаем тотальный заворот тараканов в равагерах. И делаем до заказ оставшихся лингов. Все, у нас 200 лимита, 8.30, 200 лимита. Да, это можно делать раньше, но это достаточно сейфовый билд. То есть мы здесь с юнитами. И самое главное, какой лимит, да? То есть можно сделать раньше другого лимита, менее качественного. Но то есть здесь у нас ядра, тараканы, равагеры. Это, ну, это качественные юниты. Это действительно качественные юниты, это круто. Вот, собственно, такой вот стиль я вам рекомендую тренировать. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия – это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Тед.